Комиссия общественного контроля, волонтерское движение, общественный совет при горбольнице. Эти и другие проекты обсудили на пленарном заседании городской общественной палаты. На заседании работала съемочная группа нашего телеканала. Главной темой очередного заседания городской общественной палаты стало подведение итогов масштабного проекта «Формирование комфортной городской среды». Члены палаты сформировали комиссию общественного контроля, которая в еженедельном режиме следила за ходом работ во дворах. Но главное, что удалось достичь, по словам одного из членов комиссии, это пробудить интерес горожан, вовлечь их в процессы преображения городского пространства. Мы изначально, я говорю, все мы вместе пошли по пути того, чтобы надо вовлекать людей и делать пространство. Не просто вот формально подходить, вот у нас очерчен квадрат, и все, что за этим квадратом, нам без разницы. Именно формирование общего пространства. Ну, за это мы получили, я не знаю, конечно, ну, все равно мы молодцы в этом плане, да? По словам главы города Евгения Шестернина, общественная палата должна взять на себя задачу по подготовке дворовых активистов, чтобы на вооружении у них была не только активная жизненная позиция, но и знания. И обучение нужно вести с общественниками, учить общественников, те, которые идут разговаривать с людьми, которые должны понимать принципиальные основы проектирования и планировки дворовой территории. Что вот это не прихоть, парковочное пространство, и не от того, что у меня нет машины, мне парковочное пространство не надо. Глупость. Не от того, что, так сказать, у меня нет машины, давайте оставим дорогу шириной 3 метра. По закону нельзя. Кроме благоустройства, шла речь о других важных проектах. В этом году появились не только комиссии общественного контроля, но и общественный совет при городской больнице и совет волонтеров Бердска. Я, наверное, не встречу ни одного вопроса в городе Бердске, который бы сейчас решался без участия общественной палаты. То есть это подготовка праздников, принятие каких-то решений, все вопросы. И вот раньше мы говорили с вами как раз о взаимодействии, да, все вопросы органы власти стараются обсуждать с привлечением именно членов общественной палаты для того, чтобы понимать, какую значимость и какой резонанс в обществе вызовет тот или иной вопрос. Сами члены общественной палаты отметили, что их работа в этом году вышла на новый качественный уровень.